делаем, спокойно делаем. Что получается? Садимся, не знаю, стоим, сидим, что хотим. А, стульчик, да. Олечка, можешь еще один стул принести? Я принесу. Не спошел, все, все. У меня только два, к сожалению. Ты где сядешь или стоя тебе удобно? Я стою, если петь, мне лучше стоя. Чашу. Будешь под чашу или еще чуть-чуть? В смысле, в руки ее взять? Где-нибудь здесь можно поставить, да? Давай внести эффект. А, этот. Можно. А мы все в кадре будем, потому что если кто-то на диване, мы, кажется, и будем. Ты будешь стоя, да? Да, стоя. Ей стоя, да, лучше. Я все-таки тело, она представляет. Резинка? Смотри, где. Какая? Не вот такая резинка? Нет. Там, наверное, где-то сидел на кухне, но можно эту надеть. Да, она где-то. Поле. Тогда иди сюда вставай. Или вот возле Стас, или вот здесь, да. Там еще у нас будет. Ей можно постоянно делать, ей можно поводить вокруг. Вот так. Вот так. Вот так. Вокруг по ободку водить звук. Подниматься. Можно делать как бы такие моменты, можно не делать, как бы по состоянию смотреть. Нет, наоборот возьми. Да. И води по краю, чтобы звук пошел. Не торопись, не по краю, по внешнему краю. Ты хочешь ее на кроме синий тоже? Стасян? Нет, я настрою. Стася так звонит, как пастук, да, с армянских джунглей, да. Ну хорошо, интересно, мы же мультикультурные. Ну, я могу вот предложить. Так, слушаем основу, сейчас начинается.
так я могу сказать. Ничего, так интересно. Ну, время останавливается, чувствуете, да? Прямо... Я не знаю, это мое мнение, правда. Мне кажется, немножко да. поменьше снять, чуть-чуть. Поменьше? Стас, да. А можно снять на... поешь, тяжело, можно... дыхание. Денис, на телефон можно? Давай сейчас... Две минуты еще потратим на телефон. Больше робы не будет. Ты попробуй, а, уже не кардинально. Видит, как сейчас. Да, конечно. Да. Просто одну, просто одну ногу. Ты просто вот одну возьми. Как? Допустим. Нет.